Дорогие друзья, мы продолжаем наше изучение Торы, и сегодняшняя глава Китаво. Написано, что мы стоим у берегу Иордана, Моше нам повелевает соблюдать заповеди, естественно, и говорит за камни. То есть сначала мы знаем, что мы должны были взять камни, 12 камней по числу колен, и поставить их на дне Иордана, который перед нами откроется. И есть еще и другие камни, которые мы должны поставить и написать на них слова Торы. Написано так: «И повелел Моше и старейшины Израиля народу, говоря, соблюдай все заповеди, которые я заповедую вам сегодня. И будет тот день, когда перейдете вы через Иордан, страну, которую Всесильный твой дает тебе, поставь все камни большие и покрой их известью». Мы не знаем, что это за известь, потому что то, что мы сейчас понимаем под словом известь, это недолговечный материал. Он не может веками храниться. Тем более солнце палит, дожди идут. Не может так быть, чтобы они сохранились на века. И напиши на них все слова учения этого, когда перейдешь ты, чтобы вступил ты в страну, которую Бог Всесильный твой дает тебе, страну, текущую молоком и медом. Есть мнение, вот как написано все слова и учения, всю Тор, весь Хумаш, все Пятикнижие написать на этих камнях. Другие мудрецы говорят, не только книгу Брешит. Есть мнение мудрецов, что написали только 613 заповедей Торы. И наши мудрецы говорят, что было три вида камней. Значит, 12 камней мы знаем, что Моше поставил, как написано, 12 обелисков, возвел в память о коленах Израиля, 12 колена, которые находились за Иорданом в пустыне. Потом вот эти камни, которые идут в реке Иордан, и камни, которые он поставил. Говорят, что это на горе Гризим. И есть мнение мудрецов, что это те же камни, из которых был сделан жертвенник на горе Гризим. Вот такие у нас мнения мудрецов. Есть и другие мнения, что есть какие-то камни в Гилгале он поставил. В общем, разные мнения есть мудрецов. Но факт тот, что мы должны были взять камни, как мы знаем с вами, что взять их надо было не обтесанные железом, потому что если это камни жертвенника, то на них нельзя возносить железо, потому что железо служит орудием войны, а жертвенник служит наоборот, чтобы не было войны, чтобы искупить наши грехи, чтобы войны не было. Вот так. Другие говорят, что, возможно, имеется в виду, что железо передает ритуальную нечистоту мгновенно. Может, из-за этого. А в храме это не допускается. Вот есть такой вариант понимания этих вещей. Опять Всевышний говорит за страну, текущую молоком и медом. Он нам неоднократно это повторяет, потому что ту страну, которую он хочет, чтобы мы получили, чтобы мы добились, была действительно страной, текущей молоком и медом. И это цель. Он не хочет, чтобы мы страдали. Он хочет, чтобы мы действительно жили в прекрасных условиях. Главное нам подчиниться. Подчиниться тем законам, которые Всевышний нам подарил на горе Синай. Он никому их не дарил. Только заслугу наших праотцов он нам их подарил. Как обещал Бог Всесильный, отцов твоих тебе. И будет, когда перейдете в Иордан, поставьте камни эти, как я повелел вам сегодня, на горе Эйваль. И покрой их известью. А нет, здесь стоит на горе Эйваль, не Гризим. Значит, Эйваль — это благословение. А Гризим — это... Нет, Эйваль — это как проклятие. У нас Гризим — это благословение. Значит, получается, на горе Эйваль надо поставить. И построй там жертвенник Богу Всесильному твоему. Жертвенник каменный, не поднимай на них железо. Это мы только что говорили. И цельных камней построй жертвенник Богу. То есть, чтобы мы не подумали, что мы можем взять какие-то камни, красиво их обработать. Нет, надо именно было взять их необработанными, то есть со дна моря, мудрецы говорят, собрали их
и чистенькие, хорошенькие поставили. Вот так выбрали такие камни, что они подошли, подобрали. И приноси мирные жертвы, и ешь там, и радуйся пред Богом всесильным твоим. И напиши на тех камнях все слова учения этого очень ясно. Наши мудрецы говорят, написали их на 70 языках. На всех языках народа мира. Чтобы кто-то не мог даже подумать, что он не поймет то, что Всевышний дает. Тора доступна буквально всем. Ребенок, если читает, он понимает. Бывает, величайший мудрец может не понять многого из Торы. То есть она обращается ко всем. То есть мы можем читать Тору, сегодня мы все понимаем, завтра мы начинаем думать, о чем вообще речь, думаешь, как это так? Даже читая комментарии, думаешь, что это тут написано? То есть это все время повышается наш уровень, чем больше мы читаем, тем больше повышается наш уровень знаний, когда мы начинаем искать ответы на те слова, которые Тора нам говорит, обращаясь к нам сегодня, в этот день, мы начинаем все больше и больше, скажем, в нем узнавать ту фразу, которую мы читали в прошлом году, не обращая на нее внимания, в этом году мы смотрим, начинаем думать, как это так, я же здесь читал вот обычные слова. Я даже помню, много лет назад читаю, что Адам прожил 950 лет, мне казалось. Потом я читаю 930. Второй год, я что-то я был уверен, что 950. И так начинаешь, читаешь, и так постепенно ты открываешь в своих глазах больше и больше новых вещей, и больше и больше узнаешь. Говорил Моше и коины, левиты всему Израилю так, внимай и слушай, Израиль, сегодня стал ты народом Бога Всесильного твоего. Исполняй же волю Бога Всесильного твоего, исполняй заповеди Его и установления Его, которые я заповедую вам сегодня. Всевышний нас возвращает опять к тому месту, где мы стали народом. А когда мы стали народом? Когда мы получили на горе Синай Тору, 10 заповедей, вот теперь это уже народ. И вот теперь мы обязаны были исполнять все заповеди Торы. То есть, если наши праотцы не были обязаны исполнять все заповеди Торы, но они соблюдали их, старались, приняли на себя сами, то теперь мы видим, что уже с 6 Сивана 2448 года мы уже начали стараться исполнять заповеди. Мы даже знаем, как в праздник Шавуот мы первую трапезу делали молочную, потому что мы еще не были полностью освящены в законе, как шхитурь делать, как резать животных правильно. Для того, чтобы кушать, надо правильно зарезать животное. И мы еще точно все законы не получили, пока Моше не спустился с горы Синай, и нам уже это было растолковано, потому что в письменной Торе сказано, что режь животных, как я тебе повелю. А как можно резать животных, если мы не знаем, как? В письменной Торе не указано это. И это уже потом Моше нам объяснил, что для того, чтобы резать животных, нужно перебить одним ударом ножа пищеводную трахею животного. Это делает специалист, на это не уходит минуты, это учится человек не один день, чтобы обучиться такому забою скота. Вот так. Но мы хотели соблюдать и не хотели уже с первых дней, как получили Тору, не хотели уже неправильно резать животных, и поэтому мы ели молочную трапезу. Мы хотели начать четко соблюдать заповеди Торы, вот так вот. И так постепенно мы получили всю Тору. Есть мнение, что мы получили ее за 40 лет пустыни. За 40 лет Моше записывал всю Тору, и последние слова, есть мнение, что это Иошуа записал, когда Моше умер. Некоторые слова, что умер Моше. А есть такое мнение, что Моше со слезами на глазах и написал. Вот так вот. А сама Тора говорит, нет, Моше получил Тору на горе Синай сразу. Просто он записал ее. Так Тора говорит нам, что он потом просто записал, уже все сразу было получено. Есть, отличается мнение устной традиции, Талмуда и Торы. Устная Тора, она первична. А Тора письма – это конспект, по которому можем восстановить всю Тору, потому что она огромна.
И есть мудрецы, которые могли из письменной Торы выводить законы, зная четко каждую букву, даже птичку, да, где крабы Акива, они могли по птичкам даже определить, что означает та или иная фраза Торы, разобрать ее без устной традиции. Но нам это не дано, таких мудрецов даже сейчас нет, и поэтому мы обязательно должны учить Тору вместе с письменной Торой, устная с письменной, никак по-другому. Хотя бы комментарии, которые вот есть, мы читаем, и мы уже узнаем, как это правильно выполняется. Есть много книг для людей, которые не в состоянии все охватить, люди работают среди ночи, и поэтому есть книги такие, как Кицур Шулхан Арух, что можно там почитать заповеди, как выполняется более вкратце. Есть книга, называется Мишна Тора. Раби Моше бен Маймон Рамбам написал, величайшая книга, много томов, но понемножку, если мы ее будем читать, тоже будем многое знать. Так вот. А на сегодня наш урок заканчивается. Урок был дан за поднятие души моего брата Павел бен Ефим, моего дяди Владимира бен Григорий, Хаям Малка бат Йосиф, Самуил бен Герш, Мира бат Авраам, Роза бат Михаэль, памяти Яков бен Нахум, Ури бен Харитон, Мендель бен Мендель, за здоровье Светлана бат Клара, Рахель бат Лилия, Клара бат Броня, Фейга бат Берта, Ирина бат Мира, Берта бат Фейга, Шимон бен Исхак, Борис бен Мария, Полина, Перл бат Соня Сура, Женя бат Ида, Анна бат Ривка, Анна бат Елена, Елена бат Клара, Евгений бен София, Двойра бат Мирьям, Моисей бен Ева, Йосиф бен Раиса, Евгений бен Ита, Фима бат Анна, Геннадий бен Елена, Леонид бен Клара, Инесса бат Маэль, Евгений бен Берта, Юлия бат Белла, Йосиф дан бен Сара, Мазл Парнасас Гула, Арон Ария бен Ури, Ирина бат Ури, за хороший дух Арон Ария бен Ури, Низ бен Ахум, Авигаль бат Сара, за Парнаса и Брют Владимир бен Рая, Марина бат Рая, Борис бен Марина. Всего хорошего Олегу Марченко. Всем всего самого лучшего. Желаю всем крепчайшего здоровья. И всего самого наилучшего. И до следующих встреч. Надеюсь, она состоится завтра в 15:30. Шалом.